Добрый вечер, с вами Валерий Комаров, со мной Кирилл Бондаренко. Кирилл, 3-0, что случилось с командой? Вы обычно так мало пропускаете, сегодня прям целую охапку получили. Судя по нашей игре сегодня, с первого тайма вообще игра не шла. Соперник у нас, мы сразу были готовы к тому, что соперник захочет нам отомстить. В команде уважения играли отлично, но у нас игра сегодня не получилась абсолютно. Просто мы под закрытие, получается, первого круга уже сбавили темп и начали с Атлетика хорошо. И тут опять все. Мы на эмоциональном не подъеме, а падении, получается. Надо выходить из этого спада. Да, надо. В команде немножко маленький разлад. Там. Это всегда так, да. Любительском коллективе, мужской коллектив. Надеюсь, все наладим. Это поражение для нас как урок. В следующий раз будем сильнее. На оставшийся... Сколько у нас? Сегодня 9-й тур был, да? Оставшиеся 5 туров. Какие у вас? План хотя бы 3-4, за третье место побороться. За первое мы второе уже не успеем. Очков мало. Я думаю. Что сегодня со связкой? Где был Ахмадеев? Ахмадеев уехал. У нас сегодня, в принципе, состав сильно такой, не стартовый был. Вот, многих игроков не хватает. А Ахмадеев тоже уехал, получается. Опять говорю. Поезд по составу и игра сама по себе не клеилась. Все понятно, не буду вас больше задерживать. Да, спасибо за игру, вам. Не отчаивайтесь, хорошего.